Между тем, на очередном круглом столе членов регионального штаба обсудили вопросы предстоящей иммунизации школьников и студентов. Подробности в следующем сюжете. Мы не просто продвижение вакцинации, мы будем именно смотреть, чтобы была безопасность от этой вакцины. Вместе со здравоохранением и отделом образования возьмем на контроль именно вот эту систему после 20. То есть школа будет однозначно, да, созданы пункты? Да, есть у нас мобильные холодильные оборудования. Региональный штаб Ель-Ушын Егелемен прошел в Караганде. Его миссия – проведение информационно-разъяснительной работы с населением, донести до родителей важность и необходимость позаботиться о здоровье детей. Буквально вчера были в 74-й школе, разговаривали с родителями. Конечно же, много было отрицаний, что мы не будем вакцинироваться. Но я думаю, как бы люди придут к этому, дети уже болеют. В регион доставлена вакцина Pfizer в количестве 40 950 доз. Вакцинации будут подлежать дети в возрасте 12-17 лет, беременные на сроке 16-37 недель и кормящие женщины через 42 дня после родов. Что касается детей, то их прививать будут только с информированного согласия родителей, и они при желании могут присутствовать при процедуре. В школах пункты вакцинации пока не развернуты. Штаб работает активно, мы уже сделали два брифинга с участием здравоохранения, также волонтеров и педагогов. Встретились в городе Темиртау именно со студентами. Впереди нас, конечно, по дорожной карте мы будем продвигаться дальше. Это город Шахтинск, Абая и Сарань. Ирина Бабищевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.